Эу, чё? Чё за... Как я тут оказ... Как? Фак! Тут же даже прохода нет, что за бред? Я даже как-то не заметил, я шёл, гулял, отдыхал, решил поиграть в Dying Light, перепройти её сначала, и тут... Оу, ты куда делась? Что за бред? Да. Так, давай ещё одна пытка. Чё? А как я в тот раз вообще... Как... Что за, блядь, дверь? Как я вообще в тот раз сюда попал? Здорово, давно не виделись. Давненько меня в этой игре не было. Слушай, я никогда не думал, а... Можно ли тебя просто не убивать? Что ты будешь тогда делать? Ты немного не туда идёшь. Чё? Эй! Мне кажется, ты немного умер. Хотя я даже ничего для этого не сделал. Ладно. Слушайте, а у меня вот тут такая идея появилась. Если я просто спущусь, ему будет вообще все равно. Алло, Рахим, я тут уже почти слез, только я не помню куда. А, вот, я как бы... Чё? Ты как, сука, это сделал? Эй! Я тут как бы слезть собираюсь. Ведьма ебучая. Я думал тут, ну, это хоть как-то будет обрисовано. Хотя, может, все же... Догонялки так догонялки полетели. Эй! Так не играют в них, так нечестно. Сука, снова мне надо бегать. Почему он не играет? Детство... О, классики. Одна ножка... Одна ножка, две ножки. Одна ножка, две ножки и одна ножка. Ах, можно пойти похвастаться маме. Я победил, мама, встречай победителя. Фак, снова эта женщина. Я женщину вообще-то не бью. Ну попади ты под ней. Воу. Жестокое падение. Там третий, куда мне надо? Подходи, давай, с каждым поговорю. Туда его. На. Эй! Никогда не влад... Фак, вас уже трое. Как мне с вами сражаться? Так, по одному подходите. Йоу, давай. Сука, все вы лезете к ногам, падальщики. Ну давай. Ложись. О, обыскать. Сигареты. Так, то, что мне надо было, я забрал. Наш диалог окончен. Ну хорош, я слышу, что ты тут есть. Все, я тебя услышал. Ты можешь, в принципе, вести себя потише. И не мешать мне работать. Чем быстрее закончу, тем лучше. Так, Дискорд у меня разговаривает отлично. Сука, ты можешь закрыть рот? Я тут, ты не видишь, я тут занят. Что ты тут кричишь? Где ты? Ну давай. А, ты за решеткой. Ну давай, что ты мне сделаешь? Как маленькая обезьянка, которая ничего не может сделать мне, находясь за этой решеткой. Туда тебя, поцелуй эту железную дверь. Животное, больше ко мне не подходи. Кусок мяса, умри! Все, я понял, я был неправ. Еще раз извиняюсь, прошу глубочайшее прощение. Хотя... не догнала. Так, ну тут я вроде закончил кошелек. Так, а на что вы там все вот так уставились? А ну отойдите. Вау, как он... Эй, сука! Целоваться только после пятого свидания. Ко мне больше не подходи. Вот знаете, в школе такая же ситуация бывает. Кабинет закрыт, а он вот все пробует дернуть ручку. Ну что, да, ты такой, таких как ты много. Те, кто не понимает, что если дверь закрыта, с сотой попытки она не откроется. Тебе надо провериться, к врачу сходить. Кстати, а может все же она открыта? Не переживай, все будет хорошо. Может твой отец всего лишь просто заболел.
Возможно, он немного перепил. Хотя тяжело сказать, что немного, потому что он немного повредился. Скорее всего, упал, и на пальцах заметны небольшие гематомы. Но я думаю, это лечится. Ему всего лишь нужен педик... Ах ты мудак, блядь, гандон! Я просто хотел подойти и выдавить ему прыщик, ничего такого. Так, мужики, я вас понял, я не туда зашел. Слушайте, а ничего, что вас трое, вы зашли на мою территорию, у вас есть ножи, да и за забором вы достаточно сильные, но у меня же тоже есть ножи. Так, как их скрафтить? Давайте аптечечку одну я скрафчу себе. Давайте даже две, ресурсы позволяют. Так, где взрыв коктейль? Ребята, у меня для вас подарок есть. Знаете, у нас сегодня коктейль бесплатно, сегодня ж пятница. Тебе не досталось, маленький? Не переживай, у меня для тебя есть. Вау, пацаны, ну не надо ж так сильно напиваться, ну что у вас сегодня за день? Блин, домой придете, будете спать как убитые. Боюсь, что в прямом смысле, а не в переносном. Ловушка активирована, все хорошо. О, там что-то светится. Седьмой раз игру прохожу, а такое вижу первый раз. Погоня отстала, все, спасибо. О, чертеж, чертеж, правая лапа Моки. Моки, что за Моки? Кто такой Моки? Свечки какие-то. А, Моки, это ты, Китик. Жалко тебя, наверное, был хороший. Надеюсь, добрый кот был. Черт, я уже слышу, как ко мне кто-то крадется, и я чувствую, что он подходит все ближе и ближе. Я же теперь кот. На тебе, сука, кошачьей лапкой по морде. Воу. Это... Эй, отойди! Слушайте, а Моки был неплохой кот, и лапки у него были мягкими, да в принципе... Ладно, ладно, все, признаюсь, у меня бешенство, ко мне можете больше не подходить. К тому же я ногти не стригу, я кот уличный, ко мне лучше не подходить вообще, особенно сзади. Ути-пути, какие хорошенькие. Давайте все сюда подходите. У меня где-то был для вас подарок. А, вот он, самодельная граната. Схавайте, животные! Больше ко мне не подходили. Что? Воу! Черт, такого эффекта я не ожидал от вас. А как ты выжил, здоровый мужик? На что на самом деле могу заметить? У тебя очень хороший иммунитет. Собака, получи! От лопаты-то иммунитета... Нет, но и в принципе у тебя нету иммунитета, а у твоих вот дружков я бы его поискал, хотя... Эй, ты кто такой? Что за черт? Ты в натуре так, сука, и сказал, Крейн, или как там тебя зовут? Да, Крейн. А ну, отошел отсюда! Понюхай мои пятки, животное! Блин, на самом деле, если бы ты не плевался, может и нормально пообщались бы. Какашка. Я лезу все выше и... О, привет. Да, свидание, понюхай землю. Да. Шутка не смешная, но я думаю, тебе понравилось. О, кофе это хорошо, кофе это хорошо. Бутыль. Не будет тут газа. Эй. А куда... Куда ты исчезла? Почему не... Чё? Уйди отсюда! Машина дьявола! Сгинь! С былых этих земель! Куда ты... Тебя тут... Что? Если ты как маленький котенок боишься слезть с дерева, можно было просто культурно попросить. Я тебя спокойно спущу, только... Найти бы, как это сделать совершенно спокойно. Так, давай-ка тут аккуратно прыгнем. Там птица с гнезда выпала!